занятие – побег. Образ жизни, он же предел желаний, быть не здесь. Всегда и во всем не здесь, другим. Это слова поэта Анри Мишо, того самого, что советовал не путешествовать с мертвецом, зрителем мертвеца. Как наивно. Почти все герои Джармуша в дороге, даже если кружат по одному и тому же месту, как пес-призрак. Даже если маршрут заучен, как в Паттерсоне. Чемодан, аэропорт, точка назначения страннее, чем рай. Кто смог бы путешествовать по маршрутам Джармуша лучше мертвеца? Даже самые жизнелюбивые его фильмы, например, «Ночь на земле», спиритический сеанс, смерть за поворотом. Призраки навещают отель Аркада в таинственном поезде. Во всех вещах важен конец. Звучит в финале пса-призрака. Путь самурая — это смерть. Man, what are we doing here? Еще Мишо. Есть дорога битвы и дорога ухода. Дело не в том, чтобы легко и просто выбрать между ними или следовать одной из них. Гораздо чаще все запутано, и перед тобой лабиринт, из которого нет никакой уверенности выйти победителем. Сможет ли Джармуш найти выход для своих сомнамбул? Или им предстоит вечно блуждать по лабиринту киноэкрана? Ведь мертвые не умирают. Eläks oli taksi. Как соскочить с колеи вечного движения из ниоткуда в никуда? В своем новом фильме Джармуш, кажется, хочет именно этого. Расшатать заторможенную динамику, сбить компас, стряхнуть пыль. Но взывать к духу Джорджа Ромеро и его социальному темпераменту не лучший способ растолкать спящего в кинозале мертвеца. В конце концов, его зомби всегда держали за свои привычки. Не хуже, чем Джармуш. За кофе и сигареты. A spell on you.